насколько вы вообще предприниматель, вообще насколько вы задумываетесь, в какой бизнес вы попали. Помадки-мочалки? Продать подороже, купить подешевле? Кто знает, что это за человек? Ребята, ну я с одной стороны благодарю вас, потому что это значит, что вы точно телевизор не смотрите. Молодцы, топы, аплодисменты наши. Ура! Ребята, ну вы знаете, запишите, пожалуйста. Вы должны знать вот эти две фамилии, с которой я сейчас вам хочу показать. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы поняли, что все отговорки, все отказы, которые вы получаете в этом бизнесе, это просто люди, которые далеки сейчас вообще вот от жизни, они живут в другом мире. Они получили 100 тысяч зарплату, отпуск выпросили и ждут пенсии. На промо-стойке 2 дня назад к нам подошла девушка, сколько Жень ей лет, 22 что ли года, да? 25 лет. Я не про это, она, я хочу пенсию. А я не про бизнес, она, какую я пенсию буду получать? Я говорю, господи, боже мой, да какая пенсия? Ты что, не понимаешь, что вот так это все будет? Запишите фамилию. Титов Борис Юрьевич. Спасибо. Титов Борис Юрьевич. Это человек, который сегодня омбудсмен. Он защищает права предпринимателей. Много лет он возглавлял деловую Россию, есть такое сообщество. Он миллиардер, он 75% акций обрал Дюрсо. Кто шампанское такое? Ребят, давайте вдумаемся в то, что написано. Это я вывезла из его текста, да? Сегодня мы больше думаем, не мы, а люди, да? Как правильно распределять блага, а не как зарабатывать. В результате бизнес никто не хочет идти, все хотят на госслужбу. Бизнес – это тяжело, рискованно, не спишь ночами и так далее. Но все это возможно, пока есть хорошая подпитка от экспорта сырья. Кто понимает, о чем речь идет? Ребят, пока мы нефть качаем, и пенсионеры сыты, и учителя накормлены, и врачам чего-то перепадает. Но как только этого не станет, все быстро изменится, и тогда понадобятся люди, которые научат вас зарабатывать. Ребят, вы уже в тренде, вы чувствуете? У вас есть люди, которые вас учат? Аплодисменты тем людям, кто организовал проект. И самое главное, мы бы не ввязались в этот проект, если бы не верили в вас. Потому что мы понимаем, что через год у нас будет вызов года в Рязани, вызов года в Ульяновске, и вы будете те люди, которые будут обучать своих людей. Как вам это высказывание? Отлично! Кто-то немножко гордость почувствовал, что мы уже думаем о своем будущем. Что мы в правильном месте в нужное время. На встрече с президентом он сказал, что сегодня нужно развивать институт предпринимательства и сильно поможет развитию предпринимательского климата в стране, организовывать вот такие вот семинары и то, чем занимаемся мы. Следующее, что, где, когда, кто это? Опять аплодисменты вам, телевизор вы точно не смотрите, молодцы, отлично, но вы должны знать эту фамилию, потому что когда вы будете рассказывать про бизнес, вы будете проводить цитату Титова, и люди скажут, а кто такой Титов? Вы скажете, ты что, не знаешь, кто такой Титов? Да? Следующая фамилия обязательно должны знать. Это Вероника Игоревна Скворцова, министр здравоохранения, которая нас призывает, она выставила свою программу на ближайшие 5 лет о развитии профилактической медицины. Вы чувствуете? В ближайшие 5 лет наша страна поворачивается к людям лицом. И в обязательство врачей, которые принимают пациентов, будет входить 50% времени уделять здоровым людям, а не только больным. Я не знаю, как они это будут реализовывать, но она сказала, что мы без поддержки других людей сделать это не сможем. Посмотрите, мы должны мотивировать население к сохранению здоровья и долголетия, формировать ответственности каждого за сохраненное здоровье своих близких. Ребят, кто уже этим занимается? Кто сейчас уже понял, что мы получаем государственную поддержку на уровне бизнеса и на уровне продвижения wellness? Кто это понял? Я говорю, ребят, у меня мурашки, вот честно, у меня мурашки. Мы получаем государственную поддержку, зеленый свет, вот такой вот, 3 цвета в светофоре и все 3 зеленые. И посмотрите,
Арифлейм всегда предприниматель. Мы всегда на шаг впереди других. И поэтому ваши топы также поступают. И хотим, чтобы вы тоже шли вперед и что-то предлагали, что-то придумали. Не сидели сложа ручки и ждали. Вам принесли, в ротик положили. Ребята, это на обычную работу. Идите ищите за 100 тысяч. Вам там все. И скажут, и принесут, и пинка дадут. Все. А здесь нужно делать, придумывать, двигать, расти, развиваться, подходить к спонсорам, говорить, слушай, давай вот это, а давай вот это поменяем, а давай вот это. Я уже все сделал, как бы пока ты там сидел, думал. Да? Арифлейм, Россия, лауреат Международной премии Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике и предпринимательству. Аплодисменты нашей